Этот вид спорта появился еще во времена Агнии Барто в 50-х. Только тогда, прыгая на скакалке, никто и не думал, что занимается именно скиппингом. Это название вошло в обиход с развитием моды на здоровый образ жизни и получило распространение в США и странах Европы в 80-х. Теперь скиппинг – один из популярных видов фитнеса, который позволяет улучшить гибкость тела, выровнять осанку, развить чувство равновесия и координацию движений. Для занятий скиппингом особая физическая подготовка и специфические навыки не нужны, но все команды показали невероятные умения в прыжках на скакалках. Школьникам необходимо было безупречно выполнить обязательную программу, в которую включены 6 видов прыжков, а также произвольную, где можно показать артистичность и продемонстрировать трюки. Скакалка – хороший бюджетный тренажер и доступна всем, говорит Стася Ососкова. Скиппинг ученица первой гимназии освоила недавно, но 3-летние тренировки по художественной гимнастике и танцам позволили ей выполнить сложные элементы. Так простая дворовая игра переросла в серьезный и интересный вид спорта. Мы обычно на всех конкурсах выступаем таким составом, мы на танцы ходим вместе, и вот мы решили все вместе прыгать. Это очень весело. Во-вторых, можно прыгать как и вдвоем, втроем, так и командой, хоть по одному. Эти соревнования организованы в рамках первого этапа открытого городского фестиваля «Скиппинг-марафон. Прыгни в лето». В этом году в нем участвуют команды из образовательных учреждений Центрального района. Интерес к прыжкам на скакалке на курорте растет с каждым годом. В 2012 году впервые в городе Сочи проводился такой фестиваль по скиппинг-марафону. И набирает он большую популярность, многим нравится, большое количество желающих принять участие в таких соревнованиях. Поэтому в этом году мы решили, раз уж традиционно его проводить, то проводить с большим охватом образовательных учреждений, чтобы больше детей приняли в нем участие. Выступление ребят оценивалось по 10-бальной шкале. Каждая совершенная ошибка вычитала 1 очко. Лучшей, по мнению жюри, стала команда 2-й школы. Серебро досталось ученицам 1-й гимназии. Бронзу взяла команда 13-й школы. А это значит, что именно они примут участие в городском этапе фестиваля «Скиппинг-марафон. Прыгни в лето». Он пройдет в конце мая. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.